Хочешь, я на одной ноге постою, ты мне погону отдашь? Как цапля, хочешь? Всем добрый вечер, здрасте, привет, хеллоу, здрасте, привет, хеллоу, здрасте, добрый вечер, здорово, браток, здорово, Найтмар, привет, 28 число, 22.19, Сергиус, здорово, здорово, привет, ребята, Sega Time Continues, очередную порцию непонятно чего запускаю, подкинули идейку, говорят, один из лучших шмапов на Сеге. Давайте посмотрим. Добрый вечер. Мэдисон. Мэдисон, по-моему, изменился как-то. Кристал. Трабл-шутер. Так, опции есть. Вик такай. Difficulty норм, hard, easy. Ну, если что, есть экстренный вариант выбора easy, если вдруг припечет. Что-то там подростки, не ожидал, что подростки. Выбирай осторожно. Тип двигателя изменит, ухудшит оружие, что ли? Твое текущее оружие. Высокомощные поля, электрифицированные, спред, рандом. А, можно было выбрать, видимо, листая влево-вправо. Так. Так. Так, у нас сразу два персонажа почему-то. Печалька, Найтмар. Держись там. Так. Но в кольце я разворачиваю вторую тянку. А что за чаржин? Что это такое? А-а-а! Фикшена, ну хорошо. Так, это... Так, а что я застрял? Блин, а чего двигаться не могу? А это суперудар, когда он зарядится, я понял. Так. А где мой ХП вообще? Так, здорово, Плов, здорово, привет. Была PS1, и что ж у тебя было на PS1? Интересно узнать. Во что ты залипал? Это, блин. Так, вторая тянка урон не получает. Ау. Один удар, и сразу геймовер, одна смерть, все. И никаких контов? What? Не, погодите. Одна смерть и все. Никаких продолжений. Вы что, издеваетесь, что ли? Лучший шмап, блин. Алло. Это самый быстрый геймовер в моей жизни. Давайте вот это попробуем. Что за жесть, конечно. Блин, ну вы... Ой... Вредители. У меня 4 хитпоинта, что-то на хард, не знаю. Спайра моя любимая игра была. Я вот Спайра видел на стриме у людей. Я просто не понимаю, как в нее вообще можно было играть.
Не, может быть, тогда можно было, но сейчас это просто максимально скучно. Я вообще не любитель платформеров. Исключение составляет разве что Sonic. Потому что он был скоростным, там был крутой музон. Ну, а на компе, соответственно, Sonic Adventure. Так, у тебя 4 касания. Сеги не было Sonic. Жестко, а во что ж ты играл тогда? Я подбирал другой тянкой в КП. Она его подбирать не умеет. Видел, нового перса показали? Видел. Зовут ее Бетани. Эл. Да камон! Я вообще ни хрена не вижу этих пулек на этом фоне. Здорово, ЛХ. Да, вот он, виновник торжества. Посоветовал варить лучший шмап на Сеге. Ты хоть предупредил, что тут одна смерть и геймовер? Да, решил первую часть посмотреть. Чё так жестко-то? Она хотя бы проходима, ты так скажи. Ничего себе. Это же какой-то терминатор. Джиггернаут из DBX. Так, он дамаг будет получать? Так, чё? Куда его стрелять? А чё босс ничего не делает, так и надо? Интересный босс. Проходимая, понял, значит жесть будет какая-то. Вау, вот это босс. Да, в чем дело? А. Так, а как мне главгероя развернуть назад? Никак? А, блин, я забываю, что урон получает только блондинка. Или они обе получают? Это ж как Вайзеки. Вайзеки тоже такой персонаж будет. Джейкоб и Сау. Тоже получает урон один, точнее оба. Это еще не все, да? А, нет, это штаб. Чем вчера стрим закончился, тогда поиграли немножко еще во всякое, и на этом все. Слушайте, а музычка тут, музычка прикольная. Я не вижу в твичевском чате, кто пишет, откуда этот человек. А, Nightmare, обнови, ты видишь сам себя только. Такое бывает. У меня только твич теперь, я все вырубил. Так. Тут злобные феминистки приковали мужчину к стене, и давай его ножами забрасывать. Ужас. Так, выберите оружие, да? Давайте выберем вот это. Эйден Близзард. Музычка прикольная. Я уже про это не раз сказал. Так, ХП не восполнили. Ой, какая жесть пошла. Может, тянущих распилить с регулярной пилой? Так, развернись, уважаемая. Так, ХП мое пополнили. Ой-ой-ой, я не то нажал. Хотя бы сойдет. Ой. Ай! А,
Ай, да что ж такое? Тут, короче, на заучивании. Что-то опять не видим. Странно, я вижу. Дариус, где ты эти игры находишь? Вот ЛХ посоветовал. Или ЛАШ. Ну как. Удобно. Да ёлы-палы. Так, это чё не разбивалось вот это вот? Посудина. Так. Дарт Вейдер какой-то. На минималку. Ой. А вот внезапно теперь конты появились. Два штуки аж. Как щедро. Вы, блин, серьезно? На двоих можно, нет. На двоих нельзя. Короче, на запоминание. Запомнил, где что вылазит. И выживаешь. Внезапно у меня 7 хитпоинтов теперь. Тут может быть больше, чем стандартные 4. Значит, 1П. Первый игрок. А, слушай, действительно. Значит, 1П. Может, иметь в виду, чтобы ты отличил свои очки от очков хайскора. Так что сердечки есть смысл собирать, даже если у вас максимум ПП. Ой. А там Ф выпало. Ф. Ее взять невозможно. Не, менюшки не было на двоих. Но мы сейчас очень скоро все равно сольем, так что... Фигня убивается. Нет, не убивается, она постоянно респавнится просто с нуля. Даже две может быть. Какая жесть пошла. Ох ты ж, блин. Эй, отстань! Чарж бомбы справилась, что срабатывает, тут не зарядил. Я понял, понял. Ой, какая арена не очень. Ай-яй-яй. Дважды отражается луч. Трижды. Но у него какой-то специальный клиент. Для избранных. Так, еще не все. А вот настоящий босс. А назад я могу выстрелить? Так, а он меня замуровывает. Он меня просто замуровывает.
Очень странный босс. Он помер? Нет, он не помер. Нифига не понял. Нифига не понял вообще. Колосс появился на орбите. Ой. Так что мы еще не пробовали. Вот это вот не пробовали. Tidal Wave. Let's get busy. S. We can. Ну точно Final Mission пошел. Возможно, будет конт. Да у меня конт будет везде, где можно, где нельзя. Скорее всего, тут нас отправят на самое начало. И, возможно, я поставлю изи. Ну вот, пожалуйста. Это честно, что ли? На все хп, но у меня и так его не особо много. Как какой-нибудь код на бесконечные конты. Было бы клево. Все, последний конт. На анимехе такой не существует. Потому что нефиг называть игры разными именами. Первая траблшутинг, вторая там, другое название. Так, я уклонился от этого упыря. Чудом каким-то. Да блин. Тут почему-то быстро отъехал. Это тоже. Возможно, потому что лучи не поглощали мои выстрелы. Так, что сейчас будет? А нет, правильно, я выбрал направление правильно. Так, вернись ко мне, она застряла там. Они просто падают камнем вниз. Вот это ваншот, скорее всего. Так. Потихонечку начинаем разбирать корабль. ХПшка, найс. Тут самое, наверное, крутое оружие. Как минимум в плане зачистки уровня оно очень хорошее. А урон по боссу может быть не такой крутой.
Каким-то чудом меня просто сейчас не попадает, я даже не знаю каким. Может быть, я сейф спот занял? Вау. Так, босс. А чё ты с аккупорта подходишь, уважаемый? Ты честно вообще? Не попал. И там и тут, это где? Это как? Надо же, я прошел его... Нет, со второго раза. А, и в чате? Да, такое бывает. Самозванец какой-то завелся. Припёр. Короче, главгад, так как я понял, свалил. Вот. Или это наш на толчке летит? Фронта! Так это какое оружие было? Один Сторм. Аваленс. Телвейв. Резерт. Походу, вот этот Лайтнинг Шторм. Берем. Дзиндон. Закрыто. Что такое стрелка вниз? А мы внутрь залезли. Стрелка вниз, это даунгрейд, что ли, наоборот? Там да. Ай! Ай! Да ё-моё, я вообще не вижу, что меня дамажит. Тут вообще столько всего, и не видно нифига. Из-за такого заднего фона, прям разношерстного, все мигает, сверкает, столько цветов. Вот это вот синяя хреновина, нет, не дамажит. Я бы на месте разрабов сделал бы больше контов. Может быть, на изи их больше? Чисто проблема в контах, они дезморалят. Я бы число их увеличил. Не сдох. Спрайт большой все-таки. Типбокс. Блин, вот я сейчас пули не увижу, если они даже будут. Там внутрь не надо было залететь. А тут, кстати, есть невидимые сердечки, которые выбиваются прикосновением? Или они все видимые? Yes, давай, бери. As we can. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
ты вроде бы на короткое время неуязвим. Ты под горе полурапа. Происходит. Так стрёмно, мне последний конт. А я еще неуязвим в этот момент, когда я выстреливаю чаржем. Так, что-то я отстрелил. Проще на одной ноге постоит, а не погону отдает. Ой, жуть какая. Как цапля, хочешь? Зараза. Профукал энергию только. Так, мы взяли в плен кого-то, что ли, или спасли? На одной этом самом, на одном конте оставшемся. Prepare for more trouble. Принца вернули к его отцу. У нас было немножечко больше времени. Могли бы уничтожить это ведро мусорное. Принц, так вы присоединитесь к нам? Заберите этот бластер. Нифига себе, нас теперь трое. Что происходит? Финалочка, что ли, не? А музонит-то такой вообще прям. Так, он урон-то хоть, надеюсь, не получает. А суперприема у меня нет вообще. Сейчас заметил. Так. Кажется, я сейчас прямо сейчас получаю урон. Ты, блин, как жестко. Но если бы не вот этот пауэрап, я бы, наверное, уже давно-давно тут бы сдох, если бы не вот этот мой спред. Да, блин! Эй! Вот, стой! Давайте, ладно, еще на нормале попробуем. Ну я ж не знал, что оттуда будет что-то падать, тем более с такой скоростью.
Надо экономить жизни на первых уровнях, потому что они суммируются и они не восстанавливаются. Может быть, тут секретные где-то сердечки есть, которых я не знаю. Было бы хорошо знать. Они все видны, нету тут секретов никаких. Почему управление заблокировалось здесь, в этом моменте? Это полица меня останавливает? В прошлый раз здесь было две хилки. Так, где я не уязвим? По центру, да? Большую ошибку совершил я. Надо было сразу суперудар использовать. Не, ну вот это место просто дерьмо. Как тут выживать? Я не понимаю. Ну еще пули вот этих вот, которые даже хрен раз... Действительно, мухи. Пульки то убиваются, то нет. Ну там, кстати, смотрите, штаб Мстителей на заднем фоне, видели? Чисто сперли логотип. Сколько раз я урон получил? Дважды? Фигово. Умеет назад разворачиваться. Смысл суперудара на нем вязать, как я понял, нет. Это железный человек, кстати, тоже какой-то. Авенгер, Iron Man. Это он через И пишется. Кажется, вот этой синеволосой тянки пушка помощнее-то будет. Так, надо от урона уклоняться вниз. Внезапно рука вылетела откуда-то из-за экрана, которую я никак не мог видеть. Понял. Так, неплохо, ладно, сойдет. Дважды урон получил, но зато без контов, без всего. Уже лучше. Наверное. Возможно, за очки тут еще жизни даются. Может быть, тут есть перфект бонус какой-то. Опять эти феминистки там кого-то ножами закидывают. Поехали. Игра длинная, хорошая, да, хороший вопрос. Думаю, что минут на 20, на 30 чисто такого, без смертей, геймплея. Финальный уровень, мне кажется, был. Вот тут, смотрите, сердечки вываливались. Да, вот. Они невидимые или что? Может быть, где-то еще такие есть? Не совсем понятный момент. Потому что это очень круто. Или они вылезали из стены просто. И я как раз удачно там оказывался. Или они секретные. Типа там циркулярная пила, никто не будет проверять. Чешмак проходил, Градиус Саламандр. Да, Градиус Саламандр, Ганнак. Space Megaforce вот этот вот, по-моему.
Блин. После Нового года буду проходить другие градиусы. Пятый и Гайден. Так, к слову. Over Horizon проходил. Так, сейчас что-то будет. Гайден First Run? Нет, я его раньше играл, но я его не проходил. Да, пятерка мне очень нравилась. Я в нее очень хорошо играл, ребята. Очень хорошо. А вот Гайден я без сейвов не проходил. И что оказалось очень зря, потому что там давали бонусы за наигранное время. А когда, естественно, ты сейвы загружаешь, то наигранное время сбрасывается. Это была большая ошибка. Ай! Да ё-моё! Отвали, падла! Я сейчас очень хреново сыграл. Аналогично. Я просто охренел с того. Как, какая-то игра крутая, какая пушка вообще. Да блин! Да черт возьми! Очень плохо все. Так что начнет за вперед летать. Очень странный товарищ. Но более-менее, вроде получше. Дали за очки ХП. Просто следующий уровень я вообще, по-моему, прошел, ни разу не получив урон. У нас ведь как говорят, пока шишка стоит. Хоть тебе 300 лет. А вот это интересно, пушки можно уничтожить? Кто опускает рад супер удара, но проверить стоило. Да, он так умеет. Кстати говоря, о шмапах. Я такой даже звук добавил. Только алды знают, откуда он. Это жизнь-ка, ну да. Да, она самая. Еще бы ты не узнал. Ганнак. Топовый шмап. Ай! No way! Вот это место жесткое. Крутейший, да, да это лучший, даже лучше градиуса второго. Да, такое возможно. Да, одновременно, самый легкий и самый сложный, вообще красота.
Так, надо держаться с этой стороны. Так, что сейчас будет? Как я задоджил огонь? Ваншотающий. Ой, плохо. Вот в прошлый раз я тут урон не получал. Я вот с этой стороны висел, потому что... Ладно, если второго, так с третьего раза затащим. Пламя. Пауэрап нельзя взять. Хотя можно было заюзать суперудар, опять же, и пролететь в перманентном бессмертии. Точнее, во временном. Зачистка, е-е-е. Вот из-за этого обилия спецэффекта даже непонятно, эти пушки стреляют они или нет. Вроде бы нет. Так, сейчас что? Сейчас спустится чувак. Точнее, сейчас вылезет хреновина. Вот это вот. Я тут не получаю урон, потому что я тут недосягаемость. По крайней мере, в прошлый раз проканала. Тут вот не получить урон. Эй! Значит, я был в самом верху. Или это рандом какой-то. Я по ней вообще не попадаю, кстати. Как мне эту тянку пониже опустить? Есть варианты? Или вот лучше чаржами, так сейфовее. Был какой-то босс, он был даже изич. Шизич прям. Так, кто? Я уже забыл, кто и что он делал. А, все. Окей. На каком-то велосипеде будущего педали крутит и вырабатывает энергию на корабле. Благодаря такой мощи оружия я с легкостью уничтожаю все это добро. Второй уровень пока что самый противный. Хотя там и сердечек дают штуки 4. Cool. Red. Так, вот тут какие-то бошки будут, которые будут дамажить. А нет, все окей. Ай! Зараза. Они хотя бы не стреляют. А нет, стреляют. Как же напряжно. Так, сейчас бошки. Танга! А вот как от этих бошек уклониться? Как? Вот что надо сделать? Вот смотрите, вот это видите касание? Так у тебя канты есть же, в смысле, о чем ты? Какие канты? Может быть, надо просто в другом месте висеть? Потому что мне не хватает мощи эти пушки отстрелить. Хватает скорости? А куда она девается? А вылететь из кольца окружения, да? Так эти стрелки вниз брать не надо, я так понимаю, они его ухудшают. То есть это не пауэрап, это зло. О, Макс, здорово, привет, добрый вечер. Браток, проходи. Блин, ну окей. Понял, принял. Да, что-то я вообще еле ползать стал. Эх,
призы, даунгрейдящие персонажи. Так, бери, бери. А нет, все, все нормас. Я задамажился и получил урон. Так, вот они меня не забивают. Чутка побольше жизни, чутка побольше продолжения. Вот что им мешало? Может быть, конечно, на нормале? Так. Давайте бахнем супероружием, да. Нафиг. Я не знаю, что оно делает. Лучше я этого знать и не буду. Так, СК. Бери, пожалуйста. Вот сразу скорость хорошая. Сейчас будут снова бошки. То есть надо вылетать из окружения этих бошек. Или использовать супероружие. Привет, и Даше тоже привет большой. С наступающим. Ау! Так, вот тут фигово. Лха на самом деле знает секреты Твича, все лазейки. Лха мозг. Так. Или Лаш, как все-таки правильно. Так, разворачиваемся. Бьем назад. Ау! Ну зараза! Ну, зажмодил суперудар, получил урон. Давайте бахнем. Есть какая-нибудь возможность эту вот мою напарницу? Нет, никак, ни X, ни Y. X, ни Y вообще ничего не делают. Так, вот на них тоже лучше сам суперудар беречь. Хотя там было место, где уклониться. Тапон, здорово, добрый вечер. Hello. Hello. Оно урон уже получает или еще нет? Получает ли босс сейчас урон? Суперудар, мне кажется, лучше беречь на то, когда вылезут эти вот хреновины сбоку. Так, эта муха там сейчас сверху где-то? Или нет? Да, weapon. А еще одна муха. За это самое. Айс. Так, мухи пошли супер агрессивные какие-то со всех сторон. Чардж. Да, сразу с двоих. Сразу. Так, соточка. Что такое соточка? 100 очков, что ли? Даже за, теперь за троих даже поправочка. Теперь целых трое. Понял, в этом углу можно висеть. Сейчас сверху тут падать. А нет, не сверху. А суперудар тут нет.
Я уже забыл. Как бы сейчас сверху падает. А нет, еще нет. Ау! Так, его надо запомнить, этих чуваков сверху снизу. Вот она, эта зараза. Или в них лучше не стрелять. Так, и сразу босс. Интересно, какова мощь этого чувака? Так. Ой, как жестко-то. Так, нет, это был мини-босс. Башка, найс. Блин, жестко, жестко прям. Да ё-моё! Куда деваться от этого всего? Рип. Теперь у меня нету вот этой... А, или её и не было, этой вращающейся штуки. Так, надо этот уровень запоминать. Так, сейчас сзади полетят. Еще одна, да вы издеваетесь с такой задержкой, падлы. Да, есть такое, но урон получает только одна, блондинка. Все, это рип. Так, этих надо сверху уничтожать, все. Сейчас снова чуваки сверху. Сейчас снова чуваки снизу. Сейчас снова чуваки сверху. Сейчас рыбы эти. Понял. Если они все время падают в одной и той же стороне, то это нормально. Так, сейчас что? Снова зеленая рыба сзади. Нет. Или да. Нет, сейчас босс. Ой. Ау! Последний конт. Вообще нельзя получать урон на предыдущих уровнях, вообще никак. Так, сейчас рыба, нет, сейчас ракета. Рыба после. Трольская это. Так, сейчас чуваки сверху. Чуваки снизу. Чуваки сверху. Чуваки снизу. Сейчас что забыл? Рыба. Да, двоих верхних убиваем и все, no damage. Сейчас мини-босс. А нет, или чуваки сверху, да. Чуваки снизу. Мини-босс. А нет. Теперь, наверное. Каким-то образом меня не задамажило, я не знаю каким. Так, сейчас что? Сзади чуваки. Нет, спереди.
сейчас чуваки сзади. И вот что сейчас, я не знаю. Так, чего сейчас ожидать? Супер. Время тащить. Так, что сейчас? Здорово, Северикс, привет. Добрый вечер. Отстреливаем верхних, нижний нас не интересует. Так, две пары рыб. Что это? Что это? Так, понял. Так, босс. Скорее всего, финальный, судя по музыке. Киберкурлык. Так, что сейчас? Не пойму, что выстрелы стирает, какой подло было. Да, блин, не успел из-за этой пули. Я сейчас злобный киборг на весь экран. Сейчас просто вот такая хрень на пол экрана вылезет. Да, ну, я же был прав. А, ну это просто финальная миссия, наверное, сейчас. Несложный босс, но затроллил он меня. Под конец. А, все что ли? Как-то странно, мы залетели на корабль. Спасибо тебе. Что-то он какой-то пухлый тут стал, заметили? Да, спасибо за ГГ. Извините. Авансом. Мэдисон. Увидимся позже. Stay away of trouble. Слушайте, я же по эту отсылку вначале сказал про Бакопу. Ты можешь к нам присоединиться, как герой, точнее, как героиня. Звучит как... как идея, как план. Но сначала мы, у нас есть незаконченные дела, которые надо сделать. Окей, ребята, прокручивайте. Потапон, спасибо. А, еще, не, все, еще что-то есть. Уже и титры полетели. Это тот единственный бластер, который у нас есть. Удачи. Блин, рано я радовался. Так. Разворачиваться я не могу. Подлянка. Ну, молодцы. Должен сказать, это было реально неожиданно. Да камон!
Хотя пушки-то по очереди стреляют, Василич. Тут все очевидно. Более чем. Телевидение. Опа. Ну, касаний у меня так мало осталось. FS. Что ты сделала с моей деткой? Вообще, типа, тебе повезло, что она всего лишь киборг. Я должен был сделать то, что ты должен был сделать 5 уровней назад. А он пока что что-то не дамажится, кстати. А. В сердце надо стрелять. Понял. Ай, зараза, хитбокс большой. Не, тут потрачено будет. Так, сейчас сердце будет. У него какая-то крыса на башке сидит. Да камон, ну что тут, как мне там пролезать? А, и на него контов нету. На него контов, у меня еще один оставался. Сразу все, геймовер. Меня понасливал на первом боссе, непонятно сколько касаний, непонятно зачем. Эх, финале слил. Ну, слишком большой спрайт героини, слишком большой спрайт злодея. Вот прям реально, он слишком огромный. Еще пытаемся. Сейфер, здорово. Тентакли были, есть, будут. У тебя есть шанс увидеть игру снова, потому что я проиграл на финальном боссе. На финальной форме финального босса. Вот эта хрень замедляет. Там приз вылетел, который мне было не взять уже, увы. И вот это вот недоджимая хрень. Сейчас каким-то образом я это задоджил. Вылетающие справа летят понизу. Так, ладно, один раз урон получил, нормально. Шакушу стримить, чтобы или тентакли, что-то еще поинтересно. А что это такое? Я уже догадываюсь, там сцена 18+, есть, да? Смахивает на старую игрушку, хардкорную, про чувака также летал, каких-то роботов бил. На Денди сейфер, если на Денди, то это Final Mission. Если где-то еще, то не знаю. Хотя таких было, наверное, дофига. Блин, ударные тут классно звучат прям. Как настоящие. Так куда ему в голову надо? Да бой крутой.
Босс просто позирует. Молчание можно выключить. А есть ссылка, ЛХ? Просто друг тут вот подошел внезапно, влез в разговор и спрашивает, есть ли ссылка. Блин, зараза! Урон на нем. Для друга, да, друг спрашивает. Тента-шутер, слушайте, слово тента там неспроста. Пожалуйста, сейфер. Special for you. Тентакли и шмап. Тидин. Так, просто не тупите, все, пройдем. Стрелка вниз, знаете, куда с ней идите? Если бы я сразу допер, до меня это дошло. Тут три жизни можно подобрать. И они видимые, я теперь понял. Они реально видны. Зря, конечно, бахнул. Но я, может быть, успею накопить до следующего сложного момента. Отстреливать надо голову, я понял. Потому что голова выпускает. А нет. Так, отлично, я вот тут не получил урон. Это просто прекрасно. Тут я, по-моему, дважды его получал. Так, там F в стене. Вот тут вот, после двух-трех роботов нельзя стрелять, потому что приз в стене остался. Увы. Так, вот сейчас будет тоже секция не особо приятная. Что он делает, я уже забыл. Он как-то меня ударит. Ага. А, эти пары не убивают. Они тебя просто подносят к потолку. Какая-то пародия на Дарта Вейдера. 13 хитбоксов у меня, хитов. На 4 уровень или 3, тут, конечно, коварный. Потому что там есть ваншоты. А 14 хп терять, это такое себе. Очень больно. ЛХ, вопрос, тебе Blazing Chrome понравился? Что скажешь вообще? Ну я же с ударом выстрелил. Как меня разве не заваншотило? Ну да, там в принципе несложно увернуться от этих ваншотов. Так-то по-хорошему. Нет, значит, я был неправ по поводу неуязвимости в период, что ты неуязвим. Мне просто показалось, что я был неуязвим там в какие-то моменты, но нет. Теперь я это понимаю. Да ё-моё, мёу! На каком боссе я получил урон 3 раза? Мне особо понравился, даже не прошел. Офигеть. Вот на харде он чересчур жесткий, по-моему. Это
Босс реально очень странный. А, теперь я помню. Теперь он меня продамажит. Хотя, может, и нет. Нет, действительно очень странный. Вот такое, такую динамику накапливания жизни надо сохранить. Финал. Ранган, другой сет, да, прикольный трейлер был, я согласен. Интересный. Что-то интересное получится. Однако я хочу вот именно КХК стайл что-нибудь. Вот, вот это мне напоминает КХК. Прям напоминает второй уровень. Если выбирать преследовать. Точнее, не преследовать Деда и Джо. Похоже. Там был ночной такой мегаполис. Правда, тут закатное небо или. Ну тоже горы, по-моему. Как и там. Или концовку мне это напоминает. Так, где я дамажился сейчас? От этого робота. Совершил ошибку, я потратил спецприем. Вот тут надо было вперед лететь. Я потерял хп зря. Так, сейчас роботы будут сначала или сначала? Нет, сначала вот это вот непонятное движение. А роботы будут сейчас. Вот зато я не получу урон вот здесь, я надеюсь. То ли они десантируются таким образом, то ли это я их так сбиваю. Они так ржачно падают. Так, огонь первый ждем внизу. Опять я выбил пауэрап там, где его не подобрать. У меня сейчас как самое крутое оружие. Вращающийся опшн. Так, сам вверху надо висеть. Тут меня не задамажит. Тогда я ее тоже. Тут я неуязвим. Ой, дурак, спустился зачем-то. Опять же, проверить хотел. Вдруг реально я неуязвим в момент суперудара. Просто я специально перся на пуле, когда я его запускал, и почему-то жил. Ну, видимо, мне показалось, или мне просто повезло. Ладно, 12 хп все равно круто. Главное не тупить больше. На следующем уровне, правда, еще есть где получить урон.
Да ё-моё, да чё за гонь его пошло? Почему я не могу пробить? Это всё. Блин, это издевательство. Жаль. Но все равно в ПХП нормально. Да, один выстрел оставался. Да на последнего босса, я думаю, больше и не надо. Там просто... Хотя, может быть, это его первая форма, опять же. Я просто на дирижабли дофига ХП потратил. Так, это у вас уменьшалки ХП скоростью, да? Знаете, куда с ними идти? Так, а сзади сейчас они вылетать не будут. Будут же, но не здесь, да? Так, пока они мигают, скорее всего, пролететь можно. Да, 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 понял. Пока они мигают, можно вылететь. А нет, нельзя! Странно. Все равно, хоть игра не особо сложная, вот со второго, с третьего, с четвертого, с пятого, с шестого прохождения, все равно напрягает. Свой хайскор, по идее, даже побью. Так, что там? Что там за приз? F. Так, вверху безопасно, я понял. Нафиг. Нафиг вас. Сейчас снова бошки. Один CC? Кстати, да. Потому что на ластбоссе континью не работают. Прям как в Силкворме. Так что если я не буду использовать суперприем, может быть я реально его смогу вынести? Там, здорово, привет. Вы пошли игры, подскажи игру, которая называлась «Постеливающая игра, играл за пришельцем». Скорее всего, это Biohazard Battle. Попробуй, посмотри. Там ты играл за какие-то непонятные космические корабли, живые. Но ты посмотри сначала, оно нет. В прошлый раз два... А, слушай, может быть. Может до него доберемся как-нибудь. Просто он мне тогда очень сложно показался. Прям капец. Так. Они еще двигаются? Охренеть. Они еще встают и идут. Тян, я в тебе нуждаюсь, ты где там? Помощница моя. Застряла за стеной. Муж? Глейлансер? Можно. Когда-нибудь. Хотя Глейлансер тоже мне сложно показался, прям очень. По-моему, я что Глейлансер, что Dead by Hazard Battle только с сейвами проходил. Давным-давно. И вот когда я сейвами прошел, я понял, что я даже трогать не хочу это все дело. Стилистика не такая. Бродилка. Нет, тендерфорсы меня тоже не зашли особо. Я не любитель шмапов. Я смотрел все шмапы, но
любителем себя назвать не могу. Градиус, Иван Лав и Ганнак, пожалуй. Остальное как-то все вторично воспринимается. То не то, это не то. Не хочу, не буду. Я даже Дариуса не играл, если что. Что там еще есть? Ай, забыл. Вот тут вот урон я зря получил. Так, ладно. Кое-как. 12 хп нормально. Нормально. Мне нравится такая. Такой расклад меня пока устраивает. Чтобы не сначала Г. Great. Great. Гайден Дариус. Guardians of Дариус. Так, я уже забыл, что на этом уровне надо было делать. Урап. Соточка. А, Alien Soldier, ну, она вообще не похожа на то, что я играю. Это же разные жанры. Это шмап от Run and Gun. Сейчас еще одна запоздалая полетит. Что сейчас? Чуваки сверху. Да. Чуваки снизу. Чуваки сверху. Так, сейчас парашюты. Не? Нет, сейчас эти. Пираньи. Вот сейчас парашюты. Нет, сейчас снова чуваки сверху. Была бы в Alien Soldier супер-пупер изи какая-нибудь сложность, я бы еще понял. Так, что сейчас? Мини-босс. Что сейчас? Я забыл. Зеленые чуваки, нет? Ау! Глянул в чат, получил урон. А, супербонус, суперудара тут нет. Фух. Так, что сейчас? КПшка. Вау, вот так вот нормально. Получил урон таки. Alien Soldier есть супер изи сложность. Да я даже на супер изи. Ни докуда там не дойду. Да камон. Слушайте, у этого чувака урон просто колоссальный. Пускай он и стреляет тогда. Ладно. Но все равно 11 хп это нормально. Гораздо лучше, чем у меня было. Эти рыбы отстреляны. Комик-зон. Ну, комик-зон тоже с хардовой. Я за нее даже не брался еще. И Gunstar я еще не проходил, Gunstar Heroes, всеми так любимый. Тоже надо будет. Вот это вот точно надо будет.
Чатик позже, сорян. И ладно. Я не проходил себе ни спойлер Гонстар, думаю, когда-нибудь. Вот то же самое. Я раза три начинал, я раза три до второго уровня доходил или до третьего. И выключал ее. Прям вот нацеплял и все. Время не получать урон. По-моему, раньше я его убил, его в предыдущей попытке до того, как падал, он все равно рукой своей задел. Что-то он дольше живет. Так, возможно, сейчас мне дадут дофига жизни, как в прошлый раз. Что у меня было больше 10, по-моему. Я все благополучно профукал. А может быть, мне их дали из-за того, что у меня было мало очков. И сейчас мне не дадут ничего. А нет, одну дали. Да, главное помнить. Сначала спред там какой-то. А, вот 15, дали чуть-чуть. А, первый огонь, вторая сердце, которое надо бить. Третье пулемет, его трогать нельзя. А, вот бомбы меня не задевают с этой стороны. Тут сейф-спот. Блин, дурак. В сейф-споте получил урон. Вот этот босс очень странный. Он как бы дублирует твое движение. Находится на расстоянии, на безопасном. Сто очков это, конечно, так много. Да я в курсе, что ты делаешь, бабуля. Но он все равно, типа, очень злой. Блин, сделай то, что ты не сделал, или что не сделал 5 уровней назад. Так, а назад огонь летит? Назад огонь летит. Так, пулемет только вперед, правильно? Правильно. Так, что сейчас? Спред. Ну, в шары его, я не знаю, можно бить или нет. Интересно, вот так вот я двумя лучами попадал или одним? Просто интересно, вот этот в шар я могу сейчас стрелять в этот? Лучше не рисковать. И теперь крыса полетела. No damage, кстати. И теперь Final Form. Какая криповая версия Дарта Вейдера. Кстати, он урон получает это вообще? Теперь получает. Ай, дурак, ну чё ж ты не сдвинулся-то с места? Так глупо урон получил.
No. Надо просто не жадничать, а отлетать назад. Краснее Касного становится. Парница отвернулась. Ох ты ж, блин, как я там задожил вверху. Сколько у него жизни, это просто капец. Теперь-то все. 19 жизней в конце у нас. Ей! Да, 19. Какой нафиг изи я еще хотел поставить? Жижи. Вот теперь жижи. Excellent. You are a winner. Well, Madison. Спасибо еще раз, ЛХ. Спасибо, Табон. Найтмер, спасибо. Thank you. Пароль дежавю. Когда мы поедим наконец-то? Давайте зажжем. Это все. Ребята. Мы уходим. Увидимся. Шеган, здорово, привет. Сначала я подумал, вот на этой картинке это мотоцикл с видом сверху. То есть, когда у него ноги были вместе, я... Вот, смотрите, это мотоцикл, реально. Вид сверху, он едет куда-то. А тут, кажется, это тянка какая-то. Что это за игра была? Называлась Troubleshooter. Враги, прокрутка, титульный экран, портен. Звук создан командой Хаякан Гоку. А, Хакуман. БГМ. Рика Папа. Бакинтама. Голос Юки Чан. Враги, прокрутка, примочки. Пропеллер Вадо, ну и название. Ну именно, ну это явно боссов и титульный экран. Чё тут на титульном экране они так все? Саботин Кактус. Майчара Систем. И Симпсону спасибо. Камасан. Шочан. Английский текст. Джимми Ди. И Майкл Икея. МС. И моему дружелюбному соседу Тамба. Джарум. Филус. Разработано для видеоигры. Студия Космос. Железный человек. Каян Вариор, воин, точнее варвар, на студии Железного Человека. The End. Еще один внезапный шмавчик был пройден. С Sega они, конечно, оригинально поступили. Отвалилось. Так, сейчас посмотрим, что там такое.